Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Сейчас я вам покажу двухстороннюю резинку с скрещенными петлями. Значит, начинаем. Вот набрала я 30 петель. Первую снимаем. Набрала я классическим способом. Первую сняли. Значит, сейчас мы провязываем первый ряд. Он будет у нас еще пока не скрещенными петлями. Но мы должны его подготовить. Значит, мы подхватываем ли у лицевой нить вот таким способом. Вот таким. Провязываем. Снова лицевая. Вот таким способом провязали. Теперь 2 изнаночных. Их за переднюю стенку также обычным способом. Скажем так, бабушкиными изнаночными. Дальше снова лицевая. Обычную лицевую мы подхватываем вот так. Эту лицевую мы подхватываем вот таким вот образом. Еще раз. Вот таким образом подхватываем, провязываем. Изнаночная, обычная. Тоже за переднюю стеночку. Мы подготавливаемся к перекрещиванию следующих петель в следующем ряду. Вот таким образом подхватываем. Так, довязываем до конца ряда, и следующий ряд я покажу, уже будут скрещенные петли. Так, теперь у нас идет второй ряд. Во втором ряду петельки уже будут скрещиваться. Значит, первую снимаем. Вот у нас первая лицевая. Посмотрите, правая стеночка у нас лежит позади спицы. Но мы должны подхватывать за неудобную, за переднюю стеночку. И точно так же подхватываем рабочую нить. Как и в первом ряду. Снова, видите, правая стеночка у нас позади спицы. Нормально должна вязаться вот таким образом петля. Но нам нужна скрещенная. И поэтому мы будем подхватывать ее за неудобную стеночку. И точно так же захватывать, как и в первом ряду. И лицевые ряды, и изнаночные вяжутся одинаково. Изнаночная вяжется тоже за неудобную стеночку. Видите, тоже правая стеночка лежит позади. По сути, мы должны вязать за заднюю стеночку, если бы это была нормальная петля. Но мы вяжем перекрещенными петлями, поэтому вяжем за неудобную стеночку. Обычным способом. Снова у нас, видите, неудобную стеночку мы подхватываем переднюю. И вот таким образом захватываем петлю, рабочую нить. Вот таким образом. И так вы провязываете резиночку. Видите, они уже перекрещиваются, петельки. Вот видно, они уже перекрещены. Вот таким образом вяжется резинка перекрещенными петлями. Вот наша резиночка. Скрещенные петли. Вот такая резиночка получилась. Не забываем ставить лайки, делиться этим видео с друзьями. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Буду рада новым подписчикам. Красная кнопка «Подписаться» на канале YouTube. Оставляйте прям под видео. Оставляйте комментарии и вопросы тоже под видео. Также там же есть описание, возможные ссылки на полезные видео. А также значок в правом верхнем углу экрана, восклицательный знак в кружочке. При нажатии открываются ссылки на полезные видео. Всего доброго! Вяжем вместе с Мариной!